Со следующей недели развлекательно-познавательная программа «Новый день» уходит на каникулы. В этом году передача развивалась не просто ударными темпами, а стала мегапопулярной у зрителей телеканала «Актис» и пользователей социальных сетей. Ведущие и редакторы программы смогли реализовать несколько важных и социально значимых проектов. В этом году в свет вышли новые детские, творческие, спортивные рубрики, а также настоящий мини-сериал. Последний проект, наверное, был «Бери и делай», где мы явили миру, явили всему Ангарску наших местных умельцев, мастеров на все руки. Я думаю, после этих программ у мастеров прибавилось своих клиентов. Был замечательный проект «Дай 5», где мы помогли деткам, которые на Новый год, к сожалению, остались в больничной палате. Наверное, один из самых спортивных проектов, который реализовала программа «Новый день», это был «Усовершенствуй тело». Ангарские мамочки с удовольствием, думаю, смотрели нашу рубрику «Мама Даша», которую ведет наша очаровательная Дарья Царунок, ее сынуля Демид. Я думаю, знали много всего нового, как научить малыша садиться на горшок, как выбрать ему первую обувь и много-много-много всего. Какие у нас планы на следующий сезон? Их на самом деле много. Это выиграть ТЭФИ, получить Оскар за Дрелькиных. На самом деле это шутка. Мы постараемся, чтобы новый день был еще более разнообразным, еще более интересным, чтобы у нас прибавилось и количество подписчиков, и количество телезрителей. Уже полюбившихся ведущих, традиционные рубрики и новые яркие проекты. Советы интересных гостей зрители увидят в сентябре.